Здрасте, а так можно, да? А? Так можно? Что по встречке все мотоциклистов останавливать? Можно. Как это можно? А время как? В смысле время? А закон есть? А это что, не по закону? Не знаю, развернулись на встречку, на зеленый я свет. Я жалуюсь о том, что невозможно спать. А поезда, когда ходят, тоже невозможно спать? Это же не от нас зависит. Мы исполняем весь это. Вы об этом, наверное, должны знать. Появляетесь вы на проспекте, на главной магистрали города. Будьте всегда... готовы. Держите страховку. Документы. Права, техосмотр. Сверим сразу, что. Сверяйте. Что? Ну, насчет того, что здесь шумно получается, здесь так... эффект такой, понимаете? Люди жалуются. Машина с прогоревшим. Мы будем по-любому реагировать в любом случае. Не, все, ну... Сколько вы... Не, ну так реагировать, есть, адекватно реагировать нужно. И смотреть, чтобы все было. Как-то адекватно нужно реагировать. Адекватно, а так. То мы как будто все преступники. Вы нас увидели, сразу на встречку. Ну вы нас увидели на встречку сразу. Скоро сбивать начнете, чтобы документы проверить. Пока только был случай, когда нашего сотрудника здесь прямо... Ну он же за руль схватился.